Никогда не зови своего домашнего животного it. Ведь если животное является нашим pet, то мы знаем его пол, он he или she. И у нас есть взаимоотношения, мы его любим, мы за ним ухаживаем. Конечно же, мы не будем называть его it. It – это скорее про wild animal. Поэтому I'm going to acquaint you with my pet. He's a dog, his name is Charlie.